Более 2 месяцев идет война в Украине. Десятки разрушенных городов, тысячи погибших, миллионы переселенцев. Церковь «Новое поколение» делает все возможное для того, чтобы победа Украины приблизилась как на духовном, так и на физическом фронте. Ежедневно в наших церквях сотни людей молятся за мир в Украине. Состоялась международная библейская школа онлайн, на которой бесплатно прошли обучение более 4000 человек, большинство из которых являются беженцами. На телеканале «Новый христианский» ежедневно проходят передачи «Бог с нами, Украина переможе», в которой обсуждаются последние события и звучит слово ободрения. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы городов, наши церкви продолжают проводить богослужения и евангелизации. Тысячи людей приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. В связи с огромным количеством беженцев в Польшу, там были открыты несколько новых церквей. Ими осуществляется помощь в эмиграции и адаптации украинцев за границей. Наши капелланы находятся на фронте, проводят для военных богослужения, снабжают необходимой военной амуницией, доставляют медикаменты и продовольствие. Также были доставлены специальные фильтры для очистки воды в разные военные части. Были приобретены 11 автомобилей разной грузоподъемности. Они используются для эвакуации людей, для нужд военных и для доставки гуманитарной помощи. За 2 месяца войны наши служители и волонтеры эвакуировали из зон боевых действий в безопасные места более 40 тысяч человек. Более 15 тысяч беженцев мы приняли в наших церквях и домах. Вместе с нашими западными и европейскими партнерами мы привезли более 200 тонн гуманитарного груза и доставили его в наиболее нуждающиеся города Украины. Ежедневно служители наших церквей кормят людей в бомбоубежищах и метро. За 2 месяца были накормлены горячими обедами более 200 тысяч нуждающихся. Через повреждения водопровода в результате обстрела российскими войсками полумиллионный город Николаев остался без воды. Тысячи фильтров для очистки воды из США, а также 3 тонны бутилированной воды из Германии были доставлены и переданы начальнику гуманитарного штаба. Через тяжелую гуманитарную ситуацию тысячи украинцев не могут приобрести необходимые продукты питания. За 8 недель более 40 тысяч продуктовых наборов мы передали в руки нуждающихся людей в прифронтовых зонах. Церковь «Новое поколение» продолжает трудиться. Мы молимся, защищаем, помогаем и верим, что Бог с нами. Поэтому Украина обязательно победит.